належить. Гайморит – це на псин. Дихай носом вільно. Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. І в нас на календарі 24 вересня неділя. І це традиційне зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Цвітаном. Пане Романе, мої вітання, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Почнемо з тимчасово окупованого півострова Крим, тому що Ірина Верещук, міністерка з інтеграції тимчасово окупованих територій, заявила наступне, що попросила українців негайно покинути Крим. Цей заклик, пане Романе, це є ІПСО, чи справді це є підтвердження того, що останні півтора місяці ми активно працюємо по півострову, по об'єктах росіян, і будемо ще більше влучати в їхній об'єкт? Скоріше всього, в ближайшее час увеличиться інтенсивність ударів, причому можуть підключитися нові средства пораження, які при либо їх заході, либо збитті росіянами, либо уже роботі цих средств, вони можуть нанести вред, в тому числі і гражданському населенню, тому в таком случае правительство должно обязательно уведомить гражданское население о применении и запросить вывод, вывод населения из точек удара или из территории, по которым наносятся такого рода удары. Вот это предупреждение, скорее всего, это первая ласточка перед самим применением. Но мы еще услышим такого рода предупреждение, потому что если будет массовое нанесение ударов, то однозначно какая-то из инфраструктур гражданских может страдать. Ну, естественно, и гражданское население. Потом можно говорить о том, что будут как минимум продолжаться такого рода атаки, которые сейчас, ну, скорее всего, произойдет увеличение интенсивности. Кирило Боданов, керівник головного управління розвідки, знову ж таки, даючи інтерв'ю іноземним засобам масової інформації, відповів наступне. Його запитали про Кримський міст, чи буде Україна далі намагатися бити по цьому незаконному формуванню. Він сказав, що це не питання, чи будемо, питання, коли це станеться. Тобто, ми знаємо, що вже два удари по Кримському мосту було. Пане Роман, як ви вважаєте, ми зараз готуємо третій якийсь вирішальний, можливо, не вирішальний, але третій удар по мосту? Ну, скоріше всього, третій удар буде з допомогою ракет, безпілотників ракет, тобто комбінірований удар з воздуха, тому що два удари були над водою, ну, надводною і сухопутною механизмами. А, скорее всего, третий будет воздушный. И вот то увеличение, опять же, интенсивности, которая сейчас идет, особенно по западному берегу Крыма, говорит о том, что мы зачищаем ПВО, и, скорее всего, после зачистки ПВО с запада зайдут уже серьезные ракеты. Это могут быть три типа ракет, которыми мы сейчас работаем. Это Storm Shadow, это Scalp и Нептуны, либо какие-то новые ракеты, которые, может быть, будут переданы нашей стране. До речі, ви згадали, пане Романе, про Нептуни, і от в крайньому інтерв'ю Володимир Зеленський згадував про Нептуни, що вони в нас є, але їх немає в такому серійному виробництві. Як ви вважаєте, в чому проблема і чи ми можемо ракети Нептун поставити на промислове виготовлення і накопичувати, так як це робить частково Росія своїх ракет? У нас уже другого виходу немає, тобто поставити на серійку і далі. Вряд ли мы будем их где-то складировать, потому что будем работать с колес сразу, сходу. Но так как производство ракет, ну, оно довольно-таки серьезное, серьезные нужно вложить силы, средства в производство, а так как развернуться на территории Украины практически не получится, производство может быть развернуто где-то в другой стране. А это уже определенные временные, ну, естественно, финансовые и людские ресурсы дополнительные. Потому я не думаю, что будет большое, вернее, будет развернуто, ну, серьезное, допустим, там, по 100 ракет в месяц производства. Просто это не получится. Естественно, будем видеть Нептуны в таком точечном, единичном исполнении, так как
никто их не будет складировать. То есть, скорее всего, будем работать именно сразу с колес. Произвели ракету и сразу ее использовали. Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, підтвердив те, що ми пошкодили їхній корабель «Сергій Котов», начебто влучили в гвинт. Що це за корабель, пане Романе, і наскільки, яка його функція? І загалом, якщо говорити про Чорноморський флот, чи зуміли ми хоча б частково, знаючи, що вони його відводять в Азовське море, до Новоросійська, нейтралізувати? Патрульный корабль, за которым давно охотились, это Главное управление разведки, скорее всего, повредили корабль бэком, безэкипажным катером «Магура» В-5, который вот уже в информационном поле он есть, и фото, и видео его работы. Им работает в основном Главное управление разведки. Второй такой же бэк, чуть мощнее, это производство контрразведки службы безопасности, это Си-Бэйби. Он чуть по-другому просто внешне выглядит. Удар был действительно в кормовое отделение, то есть и был поврежден винт. Естественно, так, уже восстановление оно будет проводиться где-то как минимум полгода. Это очередная цель, очередная отминусованная военная единица российского Черноморского флота. Ну, их у них до сотни кораблей и судов сопровождения, обеспечения. Ну, они стоят у нас все на учете. Как будет достаточное количество бэков или будет возможность, однозначно флот будет отминусовываться российским. Пане Романе, цікава інформація поступила від Північно-Атлантичного альянсу, точніше від колишнього генсека НАТО, звати його Джордж Робертсон. Суть в тому, що він очолював НАТО в 99-2003 роках. Що він каже? Він каже, що НАТО повинно не відсторонюватися від війни і постійно закривати очі на намагання Росії втягнути НАТО війну. Там ракети, безпілотники падають в країни НАТО. Він каже, що натівці повинні реально налякати Москву, реально показати, що НАТО в разі чого готове з ними воювати, і таким чином пояснити росіянам, що якщо вони будуть продовжувати війну в Україні, то підключиться НАТО, а війна проти НАТО – це апріорі вже програш Росії. Россияне движутся в своей такой экспансионном давлении до тех пор, пока не упираются в какое-то сильное, мощное противодействие, либо угрозу такого противодействия. Об этом как раз бывший секретарь и говорит натовский. То есть для того, чтобы остановить расширение россиян, Российской империи, их захватнические посылы, которыми они сейчас пытаются мир напугать. Действительно, в каком-то месте, в одном, буквально в каком-то узком месте, нужно показать россиянам серьезность намерений НАТО противостоять такому российскому расширению. Это может быть, допустим, Румыния, которая собьет не только дрон или ракету, а еще и носители этой ракеты. Это может быть страны Балтии, при провокации, против которых будет применено серьезное оружие. Или Польша. Ну, это есть моменты по направлениям показать именно противодействие. Допустим, выход сушек на американские, натовские аппараты воздушные, просто подход, уничтожение этих сушек в воздухе даст такой серьезный сигнал россиянам о том, что они уже превышают некоторые экспансионные моменты, переходят красные линии. Это сразу остудит российскую армию, российское военное политическое руководство. Они упрутся в эту красную линию и дальше не пойдут. Они как такие загнанные волки, которые идут вдоль какой-нибудь веревки с красными бантами. То есть вот так же оно и будет. Остановятся и дальше не двинутся. Это надо показать. Это надо показать и действием, не только какие-то и риторикой, не говорильный воздух, а именно действием. Это возымеет уже серьезную такую реакцию от россиян.
Пане Романе, от ми говоримо, ви згадали про гвинтокрили. Скажіть, будь ласка, от за 18 місяців війни ми просили і домовлялися з нашими союзниками про всі види озброєнь. Ну, немає такого виду озброєнь, про які би ми не говорили. Але все ж таки є гвинтокрили. Ми жодного разу не запрошували якісь партії і не тиснули регулярно запитами щодо гелікоптерів в цій війні. Чому ми не робимо цього? Ну, сам по себе вертольот, он не то очень хорошая цель. Как танк, вот мы уже поняли, что любая коробочка на поле боя – это хорошая цель. И вертолет – это еще лучшая цель, чем танк для систем ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов, для истребителей противника, для систем ПВО. Потому для того, чтобы использовать вертолеты по прямому назначению, его надо прикрывать. Прикрывать истребителями с воздуха, прикрывать зенитно-ракетными комплексами своими. Иначе передача вертолетов, ну это, нет никакого смысла. Потому я думаю, только после передачи уже самолетов, после прикрытия с воздуха, в том числе и вертушек, возникнет вопрос о передаче вертолетов. Хотя по инженерно-техническому сопровождению, по сложности сопровождения технического, эта машина еще сложнее, чем истребитель. Может быть, и этот момент тоже взят во внимание. Пане Романе, давайте трішки поговоримо по фронту, що відомо. Є в нас реальний прорив біля Вербового. І про це кажуть як і Генштаб, так і Інститут вивчення війни. Ось в цьому районі, нагадаю нашим глядачам, Вербове. Сюди заходила вже і важка техніка. І що відомо, пане Романе, що як мінімум Росія кинула резерв на цей плацдарм 18-ту та 25-ті загальновійськові армії. Ну, їхні частини, їхні формувань. І багато хто каже, що це завчасне хаотичне перекидання глибокого резерву, і в довшій перспективі Російській Федерації не буде чим обороняти Південь. От переброска сюди вже частей 25-ї армії, ну, формуючися ще. Причому вони спочатку її почали перебрасувати на Сватовсько-Кременське направлення, туди, в сторону Луганська. Потом они, части эти, дошли до Донецкого направления под Бахмут. Вот уже и в том числе в районе Вербового, то есть на Запорожском направлении. Размазывание ровным слоем вдоль, тонким слоем вдоль всего фронта не сформированной армии. То есть это говорит о том, что, ну, во-первых, сами по себе эти подразделения, они не доведены до уровня серьезного боевого состояния. Просто живым мясом пытаются закрыть те дырки, которые нечем больше закрыть. То есть действительно уже не хватает. Скорее всего, кончились полностью резервы, потому вот они несформированную армию разорвали и размазывают по линии фронта. Общее направление движения в сторону Вербового для россиян опасно, прекрасно это понимают, потому что движение на Вербове и дальнейшее прохождение наших войск ставит под удар трассу, идущую с Токмака на Пологи. Она проходит рядом, чуть западнее Вербового. И именно это одна из задач наших войск, потому что вдоль трассы можно будет потом двигаться уже на северо-восток, на Пологи с юга, подрезая всю группировку, которая сейчас на севере, севернее Вербового, нависает над нашим левым восточным флангом. И это с Токмака на Пологи, там вот есть дорога, ага. Токмак-Пологи. Ну, она проселочная такая, но сама по себе идет, да, вот где-то по этому направлению. Проселочная сама по себе идет по горизонтальной поверхности, двигаться вдоль нее. Ну, очень удобно, прикрываясь как рубежом обороны. И вот россияне боятся этого выхода. И движение тоже вдоль дороги будет удобно и на Токмак в том числе, то есть в два направления, в одно и другое.
Пане Романе, якщо далі рухатись по фронту, змін наразі немає на Врем'янському виступу. Чи це може свідчити бути перегрупування, чи ми очікуємо на контратаку противника, аби її відбити і знову з новими силами наступати? Тому що фронт трішки, от, власне, на Врем'янському виступі застиг. Скорее всего, на данный момент выбрано одно направление на Запорожском фронте. И на Временском выступе мы видим тактическую паузу. Наши войска там окапываются, то есть те части, те участки фронта, которые были освобождены, сейчас переводятся в режим долговременной обороны. То есть можно сказать, мы Временский выступ срезали, весь этот, все это вклинение. И на следующий этап переходим в оборону. Может, в любой момент, как только подойдет дополнительные силы и средства, он этот выступ может опять начать двигаться и движение в сторону Мариуполя возобновится. Но на данный момент режим такой тактической паузы, скорее всего, связанный с тем, что та техника, которая была обещана на это наступление 2023 года, военную кампанию, она подошла не вся. И, естественно, командир, который занимается, это начальник сектора Тарнавский, принял решение сосредоточить ее всю в основном, и подход ее в основном на Ореховском направлении. От, до речі, пане Романе, ви згадали про техніку і з'явилась заява від того, напевно, від кого ми з вами би не очікували. Папа Римський заговорив про озброєння в Україні і сказав, що проблема в тому, що певні країни, які обіцяли озброєння Україні, затягують або не передають його і роблять з українського народу мученика. Якась дивна заява від папи, який завжди кричав про мир і розповідав про те, що має жити імперська Росія. Ну, понімає задачу папи Римського, слыша його риторику останній, як мінімум, год, скорее всего, не зашла очередная партия валюты на счета, на корсчета Ватикана, которая пополняла в последнее время постоянно Россия. А есть объективные причины. Все-таки санкции начинают действовать. Те же банки, тот же Россельхозбанк отключены от Свифта. Есть определенные проблемы у россиян по этому вопросу. Естественно, папа Римский, не увидя какую-то очередную партию, изменил риторику, называется. Как только получит, сейчас найдут механизм восстановления своих обязательств финансовых, и папа Римский либо изменит риторику, либо просто выйдет из информационного поля. Ну вот нельзя верить человеку, папе Римскому, который последние месяцы, а то больше года занимает пророссийскую позицию, пытаясь как-то подвигнуть Украину к сдаче своих территорий. Пане Романе, по фронту також давайте згадаємо Бахмутський напрямок, тому що ми просуваємося вглиб від Кліщіївки і Андріївки до наступного оборонної такої фортифікаційної споруди, та це Одрадівка і Опадне, і в бік до Маріупольського кладовища. І це ми фактично те, що ви казали, ми починаємо виходити на річку Бахмутка. Так і є. Видавлювання росіян за ріку Бахмутка в цьому районі зараз одна із таких первостепенних задач. За железну дорогу ми їх вже відвинули, і далі треба выдавить за рубежи шоссейки, которая идет с Горловки на Бахмут, и реки Бахмутка, которая идет также примерно по такому же маршруту. Это откроет возможность захода с юга в Бахмут, вот вдоль Бахмутки, железки, шоссейки. Удобно заходить вдоль трех линейных ориентиров. Они являются естественным рубежом обороны, которым можно прикрываться от врага, прикрывать свой фланг, правый и восточный фланг, и двигаться в подбрюшье Бахмута с юга. Россияне прекрасно это понимают. После того, как мы выдавим их за Бахмутку, у них практически не будет шансов удержать освобождение с юга, заход в Бахмут. Просто не за что будет зацепиться. Потому они сейчас
вот уже последние несколько недель вот цепляются, зубами цепляются за эти участки поверхности, понимая дальнейшие, по крайней мере, видят дальнейшие тактические шаги нашего руководства. Пане Романе, до речі, Нью-Йорк Таймс розповідає наступне, пише статтю, що є розбіжності між Сполученими Штатами Америки і Україною. В чому суть? В тому, що начебто Сполучені Штати Америки не бачать доцільності деокупації Бахмутського напрямку, Бахмуту самого, переконують Україну, що перекидайте сили більше на південь, а натомість ми знаємо, що Володимир Зеленський заявив офіційно, що ми деокупуємо Бахмут і ще два населених пункти. Як ви вважаєте, чи справді можуть бути розбіжності в питанні Бахмуту між США і Україною? Ну, скоріше всього, є некоторі моменти, зв'язані з невозможністю ускорити поставки техніки, а ми її, звісно, запрашуємо, техніки, боєприпасів. Как минимум того, что обещано. И один из механизмов видения решения этого вопроса – выключение какого-то из направлений в наступательных действиях. Вот то, что сделал Тарнавский, вот, правильно, грамотно, с одной стороны, то есть вдоль всего фронта сосредоточил уже на одном направлении, второе переводит в режим обороны. Но это нельзя делать, это можно делать, допустим, на участке фронта, на одном из участков фронта, но это нельзя делать на фронте, по которому стоит задача растягивания сил средств по всему протяжению фронта. То есть мы если сейчас остановимся в районе Бахмута, россияне, там, а их около 50 тысяч человек там сосредоточено, как раз они завязаны в боях. Здесь за их в районе Бахмута стоит задача основная не освобождение Бахмута как населенного пункта, а именно связывание российских войск. Вот 50 тысяч связано. Если мы сейчас перейдем там в режим обороны и как-то перебросим те силы и средства, которые есть, допустим, на какое-то из направлений, это не даст, допустим, возможности быстрее двигаться, так как все-таки двигаемся с помощью в основном личного состава, то есть двигаемся за счет штурмовых групп, рот, которые выполняют задачу в основном своими ногами, пешком, можно так сказать. То есть техника дополнительно она не поможет. А вот у россиян исчезнет проблема остановить наши войска в районе Бахмута, и мы не сможем их там связывать. Они несколько десятков тысяч могут перекинуть на то же запорожское направление. Потому немножко неправильное восприятие фронта, задач, которые выполняют наши войска, особенно в районе Бахмута. Именно эта задача основная – связывание войск там. Ну, власне, я так розумію, пане Романе, що Сполучені Штати Америки цікавить просування на півдні. Їм байдуже, під ким буде Бахмут. І оце, що ви кажете, зв'язано військ. Тому що ми зв'язуємо понад 50 тисяч на Бахмутському напрямку і понад 100 тисяч на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І це є потужні сили противника, яким ми не даємо рухатися. Да, около 150 тысяч Луганск-Бахмутское направление и еще 1030 Донецкое направление связывает, то тоже Маринка и Авдеевка. Там также около трех десятков тысяч. То есть всего около 180 тысяч, а это как минимум, это где-то половина всех сил, средств россиян, которые есть, связаны на Луганско-Донецком направлении в режимом такой активной обороны, контратаками наших войск. И это дает возможность уже работать нашим силам и средствам на Запорожском направлении в районе того же Орехова. То есть это такое по закону сообщающихся сосудов. Мы уравниваем шансы по всему фронту, утончая этот фронт. Ну и есть положительная динамика по одному направлению, это как минимум. Плюс у нас не открывается для россиян окно возможностей по Херсонскому направлению. Из-за этого же у них недостаточно сил, средств на левом берегу для того, чтобы проводить какие-то провокационные действия или, допустим, готовиться к наступательным действиям. Они в основном переведены в режим обороны как раз из-за того, что вот это количество войск связано на востоке на данный момент, и мы можем еще
готовиться і, скоріше всього, готуємося к форсированню Дніпра. Пане Романе, до речі, згадувати Буданова, він прокоментував те, що відбулось в Судані. Нагадаю, нашим глядачам були атаковані загони їхні, які були причетні, до яких причетні вагнерівці, які воювали в Україні. Його запитали Буданова, чи це може бути справа рук спецслужб українських, тому що почали про таке говорити засоби масової інформації. На що Буданов відповів наступне, що я ж обіцяв, що ми дістанемо будь-кого, хто воював і нищив в Україну і українців. А далі думайте самі. Як ви вважаєте, чи справді Україна може проводити операції за межами країни в Африці, інших континентах і шукаючи тих, хто робив страшне в Україні? Це вже дальності виконання бойових задач служби внешньої розвідки, не ГУРа. Но головне управління розвідки, якщо у нього є можливості, а скоріше всього ці можливості є, и в Африке в том числе, оно выполняет боевые задачи уже параллельно со службой внешней разведки, либо в тандеме. Скорее всего, были такие возможности в Судане у наших спецслужб, а они тут же ими воспользовались. Был нанесен удар по сателлитам Вагнера, а это террористическая организация, российская террористическая организация, которая была причастна к убийству не одной тысячи украинских людей. То есть, естественно, нанесение как в любом месте, в любой точке мира ударов на уничтожение по этим террористам, ну, это одна из основных задач, которую выполняют наши спецслужбы. Только, естественно, говорить об этом никто не будет, то есть брать на себя такого рода действия, естественно, никто не будет. Выполняются задачи. Задача любой нашей спецслужбы – тихое выполнение поставленных и проведение мероприятий по уничтожению. Я думаю, только из-за того, что пошла информационный поток, уже вышел, такие действия вышли в информационное поле, ну, как-то намекают наши спецслужбы, що ми дійсно к этому причастны. Здесь є логіка. Пане Романе, Володимир Зеленський виступив з різкою заявою до країн, які нейтрально ставляться до війни Росії в Україні. Що він сказав? Наступне сказав, що у війні, яку розв'язала Росія проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення Російської Федерації. Я чуть жестче всегда на это обращаю внимание. Кто не с нами, тот против нас. Иисус еще говорил об этом. То есть, потому можно говорить, что это такому утверждению уже тысячи лет. Это как минимум. Кто не с нами, тот против нас. Потому и уже президент говорит о том, что странам надо определяться, вернее, правительством как минимум, потому что народ стран мира, он давно уже определился против агрессора, любой агрессии. А вот правительства, которые еще думают, где они, с какую сторону забора слазить, то есть давно слазить с забора уже нужно, сидят долго, за умных или за красивых никак не могут для себя поставить задачу и ее решить. Или наоборот, уже решили, пытаются и за умных, и за красивых, для того, чтобы в режиме такой меркантильных уже интересов выполнять свои задачи. Но для нас это важно. Для нас важно понимание процессов, которые происходят в мире, ну, естественно, восприятие государств, восприятие правительств этих государств с правильной стороны. И президент об этом говорит. Определяйтесь. Кто не с нами, тот против нас, потому что мы тоже будем определяться. Он дальше, конечно, это говорить не может, все-таки дипломатические рамки не дают возможности дальше развить мысль. Мы уже будем определяться. Нам уже тоже нужно эти процессы уже запускать.
по определению, переводу некоторых колеблющихся стран в одну или в другую плоскость. І тут я згадую інформацію, пане Романе, що переговорили начебто Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, і офіційний Ізраїль сказав, що вони не зможуть допомагати військовому плані Україні, тому що тоді Росія почне допомагати військовому плані Ірану. Як це можна розцінювати? Это как раз то, о чем мы год говорим. То есть у Израиля есть договоренность с Россией, договоренность, которая связывает передачу Украине военных технологий, военного имущества, и не только именно израильского, а произведенного в Израиле, а еще и того, где участвовали израильские фирмы в модернизации. Это связало передачу МиГ-29 в прошлом году в польских. Мы их не получили. Там стояла израильская авионика. И вот таких моментов очень много. То есть израильтяне, вступив в сговор с Россией по такой передаче, россияне не передают некоторые технологии. Те же самолеты не передавали Ирану еще много чего. То есть свое вооружение Ирану не передают. И вот я всегда говорю вот именно об этой договоренности. Она есть. Интересант Израиль. Нам не передают много чего натовского вооружения там, где есть израильские технологии или где-то Израиль что-то модернизировал. Это очень много. Натовцы сейчас уже поняли, что Израиль в этом смысле пустили козла в огород, называется. Пустили израильские фирмы в производство вооружений. А теперь израильтяне из-за своих договоренностей с Россией, естественно, останавливают, тормозят любую передачу. Но это нам одно дело. Они же могут тормозить кому угодно. Сейчас у натовских генералов начинает уже подгорать в некоторых местах, что вот запустили не натовскую страну, запустили к себе, причем через договор с Америкой, долгосрочный договор о по производстве, совместном производстве вооружений. Большинство вооружений оказалось помечено Израилем, то есть пометили своей звездой Давида. И здесь уже возникают проблемы уже не только у нас, а и в натовских кругах в том числе. Как разбить эту, такого рода соглашение? Мы точно не сможем. Израиля, тем более то правительство, которое сейчас, это еще хуже, чем, наверное, предыдущее. Беннет в прошлом году склонял Украину к сдаче Крыма и Донбасса там на 15 лет. Нетаньяху вообще конкретно остановил любое движение военной продукции в нашу сторону, натовской в том числе. Разбить здесь можно только единственным способом уже выходя на, то есть усиливая давление на наших партнеров, но опять, как усилить, если мы запрашиваем, мы в режиме просителя, хотя бы показывая, чтобы они в будущем не совершали таких ошибок и перестали сотрудничать с Израилем по модернизации или производству военной продукции. То есть это страна, которая может остановить любое действия, исходя из своих или каких-то общих интересов, или, может быть, даже исходя из меркантильных интересов конкретных политиков, которые на данный момент управляют Израилем. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 24 вересня, неділя. Не забувайте, будь ласка, обов'язково коментувати, ставити лайки. Це обов'язково, аби просувати наше відео і аби більше українців, в першу чергу, знали, бачили і розуміли, що відбувається у цій війні проти Російської Федерації. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.